очень хорошее впечатление. По-моему, у всех хорошее настроение. У ребят, у нас, болельщиков. Ну, замечательно. Игра была, конечно, супер. Это вот такой вот товарищеский матч. Это традиция или вот вы ее недавно? Ну, я, честно говоря, не помню, когда последний раз проводилась такая игра, но надеемся, что эта традиция будет возобновлена, что сегодняшний матч не останется последним. Потому что, как мне кажется, интерес был достаточно большой, и всем было действительно интересно вот в течение этих, скажем, двух часов. Вы счетом довольны? Ну, надо проанализировать. Дело в том, что фактически составы на игру мы как свои, так и соперников, в общем-то, знали непосредственно перед игрой, поэтому, скажем, очень много определяется именно составом, в том плане, что могли быть разные игроки. Поэтому в целом, конечно, довольны, тем более, что мы проигрывали 0-3 и 3-4, поэтому счет 4-4, в принципе, такой достаточно неплохой для нас на сегодняшний день. Как тебе впечатление от игры? Ну, мне игра понравилась, напряженная была очень. Счет хороший, ничья. Ну, что еще могу сказать? Устали, вспотели. Как соперники? Соперники, хорошие соперники. Хоть уже и в возрасте, но все равно. Достойные? Да, достойные. Угу. Ты сам-то в футбол играешь? Ну, я увлекаюсь, но я таким любительским играю. То есть оценка сегодняшнему матчу какая? Ну, 4.5. Так. Почему не 5? Ну, потому что ничья, это считай как проигрыш. Могли бы и выиграть. Победила дружба. Да, победила дружба. Спасибо.